В Ледовом дворце спорта «Кристалл» теперь играют и в баскетбол. В минувшую субботу Саратов принял первый матч в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ. В соответствии с регламентом лиги было соблюдено условие – современный зал определенной вместимости. Уютно ли баскетболистам и их болельщикам на Ледовой арене, оценила Юлия Шишкина. Звуки баскетбольного мяча в Ледовом дворце слышны впервые за всю его 45-летнюю историю. Саратовский «Автодор» в рамках чемпионата Единой лиги ВТБ принимает Рижский ВЭФ. Еще в марте в Ледовом дворце царил лишь хоккей, но регламент лиги ВТБ требует наличия современного зала не менее чем на 3000 человек. И за 3 месяца «Кристалл» переформатировали под баскетболистов. У меня такое впечатление, как будто я приехала в Ригу выступать. Потому что настолько впечатляет все эти плакаты, табло прекрасное, акустика великолепная. Преображение «Кристалла» обошлось примерно в 147 миллионов рублей. Спонсором выступила компания «Руснефть». На первую в Ледовом дворце игру саратовский губернатор пришел с внуком. Глава региона не только болеет за «Автодор», у него далеко идущие планы. «Автодор» успел провести 2 тренировки в новом зале, гости – 1. Судят арбитры из Эстонии, Белоруссии и Чехии. Саратовцы бодро начинают и в первой четверти ведут в счете с большим отрывом. Конечно, от звездного отличается, все же больше зрителей, больше тебя поддерживают, рассчитывают на команду. Ну и ощущения тоже другие, больше зал, больше хочется побеждать. Билеты на эту игру стоили от 50 до 300 рублей. Самые дорогие – на места рядом с площадкой. Это тоже новшество. Дополнительные 600 мест сборно-разборной конструкции отечественного производства. Их монтаж занимает сутки. А самая важная и самая дорогая часть преображенного зала – баскетбольный паркет 28 на 15 метров. Пол с каучуковым эффектом везли из Италии. Для баскетболистов самое основное – это хорошее сцепление с площадкой. Вот и все. Ну, я думаю, это потому, как скрипят кроссовки, я думаю, хорошие. Паркет из бразильской гивеи компании Seicom. Италия, сертифицирован FIBA. Вот, на нем проводились Олимпийские игры в Афинах. Это дерево не боится влаги, вот, и обычно стелится на ледовых аренах в качестве мобильного покрытия. Специалисты уверяют, чтобы собрать или разобрать паркет, бригаде из 4 человек потребуется часа 4. Для укладки нужна идеально ровная поверхность – лед. Но пока вместо него бетонная стяжка и термоизоляционный слой. Отпраздновать дебют в новом зале победы у «Автодора» не вышло. Со второй четверти рижане начинают неумолимо догонять саратовцев, сокращать разрыв, в третьей вырываются вперед. Итог – «Автодор» проиграл ВЭФу 83-98. Я думаю, в первой половине, особенно в первой четверти, более действовали командной игрой. Никто не… как, индивидуально никто не выделялся, играли командно. Во второй половине более игроки стали играть индивидуально, и я думаю, за счет этого такая разница и получилась, минус. Не сыграли должным образом в защите. Здесь нет других причин, кроме игры в защите. Мы забили больше 80 очков, поэтому пропустили 100. Этот проигрыш затрудняет попадание «Автодора» в 8-ку лучших клубов лиги ВТБ. Следующие игры саратовцы проведут в Румынии и Казахстане. Дома сыграют 19 ноября. К этому времени ремонт Ледового дворца «Кристалл» еще не будет полностью закончен. В региональном спортивном министерстве уверяют, что реконструкция хоккейной части продлится до конца года. Юлия Шишкина, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.